У Калінковичах отбылося закрытие сезона гонок с перешкодами «Зон Рейс». Заключная гонка собрала 200 спортсменов. Для самых юных удельников была подрихтована километровая трасса с 10 перешкодами. Больш серьезное выпробование чакали дорослых. На трассе должиной у 7 километров им необходимо было переодолеть несколько барьеров. Водные перешкоды, бервенни, тяжкие мяшки, колючий дрот и многое иншее. Забеги проходили у категории «Стандарт» и «Профи». Так само лепших вызначали у командным першинстве. Перемогу святковали сборные столицы Речицы и Мазыра.